Самая крупная гостевая экспозиция этого года. Сегодня впервые в Белгородском художественном музее открылась выставка картины с фондов Третьяковской галереи. В знаменитой коллекции представлены работы Левитана, Куинджи, Шишкина, Серова. Всего более 50 полотен, написанных на рубеже 19-20 веков. В Белгородском зоопарке открылся экзотариум. На 900 квадратных метрах разместилось более 30 видов рептилий, птиц и млекопитающих. С некоторыми животными можно контактировать без преград. 38-ю годовщину со дня образования отметил Белгородский государственный аграрный университет имени Горина. В праздничный день в ВУЗе был открыт музей науки и презентована микробиологическая лаборатория, которая ничем не уступает межобластной ветеринарной.